Андрей сделал, видите, одно крыльцо, правильно, вот так вот оставил, как я сказал. Все правильно, видите, закидал таким толстым этим, оно пусть сохнет хорошо, пока он дойдет до низу, такие эти, еще пенопласт сверху, тут надо еще равнять, а, пенопласт, да. Ну, видите, это лишнее, горбы колышняцы. Ну, хорошо сделал. Да, потом это все шпаклеваться еще будет сверху. И будет уже окошко. Уже нормально. Что это? Дима, ты что, с ума сошел? 23. Димка, что ты там делаешь? Чисто Димка, чисто работники. Капец. Я не понял, что через скорой поезд идти, да? Вот это то, что я говорил, планку крепишь. Вот, и заливаешь глубину, потом планку убираешь, остается. Тут это подравниваешь шпателем. Это сегодня сырое, конечно. Хорошо, тоже это хорошо сделано, это тут нет такого выворота окна, понимаете, тут будет красивее, вот это все будет. Застынет, будет прекрасно. Видите, как хорошо. Конечно, работа большая, я заплачу, естественно, Андрею. Молодец. Вот эту работу он хорошо делает. Завтра он приедет на это окно, я так понял. Тут проблема, что вот эту надо снять, она шатается, вот это дышит, его надо отбить, снять, потом назад на раствор, и вот такие дыромахи заделывать, смотрите, сколько, и поднимать высоту, понимаете, ну ничего, все, как говорится, взялся. Как оно, за гуш, чи за что, что такое гуш, это вот эти вожжи, не говори, что не душ или как. Да, потом надо отмывать подъезд, все это запачкалось, но это хорошо моется. Вот эти места надо будет подбелить. Вот эти места придет, я договорюсь с Таней, она придет, это все мне подбелит вот это, посметает, потом подбелит вот эти места. Ничего, тут не так серьезно, понимаете. Все остальное просто моется. И помоет человек, даже Таня может помыть, я заплачу. Может, женщина, которая у меня убирает, я поговорю. Может быть, она захочет помыть. Я заплачу. Доведу до ума все равно этот подъезд. И вот тут Таня, смотри, я не проконтролировал. И вот тут не покрасил. Понимаете? Красила, не покрасила. Лутку красила вот этим. Двери зеленым. Но уже надо было ли трусы, какой-то или крестик снимите, или трусы оденьте. Или надо было все в зеленый красить. Или надо было уже вот это красить в тот цвет. Ну, что это, старючие двери. Тут, по идее, по-хорошему, надо было бы убрать эту лутку и поставить такую, знаете, пластиковую дверь. Вот, чтобы она сюда открывалась, в одну сторону, вот сюда. Вот так вот бы открывалась дверь, вот такая по размеру пластиковая. Это был бы, наверное, другой разговор. Хорошая пластиковая дверь, чтобы закрывалась и все. А это что? К чему это? Надо было, может быть, созрею, закажу. Может быть, будет хорошо дверь пластиковая стоять. Ну, а как по-другому, ребята? Надо облагораживать, ты живешь, а не засирать. Достал баллончик. Тут пальчик надо засовывать, чтоб нажать. Вот такий. Defendal. Як дам у глаз. Ой, я не взял маску. А что мне делать? Блять. Вот зараза, не взял маску. Так нема в мусорке маски никого. О! Ой, боже, слава богу. Святые угодники. Ношу. А
що сьогодні закрите? Я не зрозумів. Є п'яна вишня, що вона закрита, що не працює? Зараз ще десь без 20.12. Де п'яна вишня? Де п'яні мужики? Так, ой, мужик стоїть. Ой, дай мій балончик, зараз нащупаю балончик. Господи, перейти бризи. Ой, ребята, не знаю. Так. Здесь аптека. Аптека? Ой. Вот Линда Фарм, если работает, вот, но это надо идти аж туда, вот где вот это большое здание, где Ленин стоял. Ага. Вот на углу. Вот первое крыло, которое вот сюда. Вот Линда Фарм есть. А так даже не знаю. Линда аптека, я баллончик. Я рассказывал, у меня была знакома. И вот она с арабом, короче, целовалась. А потом взяла так баллончиками брызнула, только ради прикола. А он как сорвался, прям как побежал на ту сторону. А мы с другой подругой смотрели, стояли за кустами. Мне интересно, что они делают, когда у них эрекция в той машине, вот эти мужики. Когда они ночью вдвоем сидят, у них эрекция. Интересно. Что они выходят по очереди, чи вместе? Чи что? Чи прижали рукою і сидять далі, знаєте, як то ненормальні. Та лучше пожене брудершарф. От мені от це дуже подобається, ребята, от эти вот, видите, как огни горят, сделано такой тротуар. Вообще тут красиво облагородили за время правления Филатова, между прочим, мого любимого мэра. Так, Борис Альбертович, мені треба звання дати, що це таке? Яка артистка ходить, ночами ходить ваша секретарша без звання. Сейчас кожна сявка подойде, так я скажу, ні хрена собі, я заслужений артист. І Філатов дав премію. Ну, як красиво, ребята, я живу в центрі міста. Представляєте, в центрі. В центрі, не где-то, а в центрі. Я із Дмитровки, в центрі Дніпра. Ні хрена собі. А зачем ему аптека была ночью, чтобы презервативы купить? Я бегу угостив. Они есть. Так. Баллончик можно прятать. Та-та-та-та. А где вход? Кажется, лицей по круглосуточной. Ой, а что, она не круглосуточная работа? Я не понял. Я не понял. А что двери закрыли? Мы сейчас с той стороны. Тю. Что, варус ты? О, какие магазины, боже. Париж, ребята. Париж. Неужели Лесельпо работа круглосуточная? Який дурак там... Це хто мені сказав? Коля казав, що круглосуточна робота. Надурив, наверно. Смотрите, новогодня тематика. Как я люблю такі магазинчики. У нього ж, наверно, є хазяїн цього магазину. Смотрите, какая красота. Сервірован стол. Стоять бокали, такі кувшини. Вино, компотик. Салаты с майонезом. Вот такая сервировка тоже красивая. Посмотрите, новогодняя. Кстати, керамический Дед Мороз. Смотрите, какие Дед Морозы керамические. Че, красиво. Новогодняя тематика. Вот блюда для салата. Смотрите, какие классные. Но мне так и не надо. Не надо под старину. Мне, кстати, вот этот домик нравится. Вот прямо. Вот этот и тот. Но этот больше. Этот как-то понятнее моим мозгам. Тут какой-то сильно современный. Там... Сильно круті живуть, наверное. Так, а ну де тут вход, виход? Я не понял, що не работає этот самий Лесельпо, чи що? Може, такий мужик. Ой, Джек Расселы. Два Джек Рассела. Смотрите, женщина вигулює.
Вход. Я не понял. Неужели закрыт? Открыто. Открыто, видите? Водичка. Жидкость всегда есть. Ой, вообще прелесть. Так, я иду в Лесельпо. Ночью в Лесельпо из Дмитровки, ребята. Дмитровский метод. Ну, что сделаешь? Как сказали правильно, породу не купишь. Я с вами согласен. Что нельзя купить себе аристократизм или голубую кровь, если в тебе она друга. То что ты сделаешь? IQ не повысишь свои. Очень красиво. Обожаю. Цей магазин. Цей магазин — це моя мечта. В дорогом магазине скупляться, как в Москве, знаете, там москвичи, какие зажравшиеся из москвичей в таких дорогих магазинах с тележками. О, ого, погнал эскалатор, гляньте, сразу меня потащил вверх, быстро так попёр. Ой, я что, маску потерял? Я не один дурачок. Чё ж вам не спится ночами? Тебе ночью не спится. Ой, гляньте, это тоже красивые ребята. Олени, Дед Морозы. Там пингвины стоят. Снегурочка сидит гола. Обалденный магазин, я его очень люблю. Так, сейчас что-то возьму. Какая клубника? 579. Видите, есть и фейхуя, и калина, и инжир, и голубика. Голубика по 999, как за грамм золота почти. Колбасы. Вы же смотрите, какие колбасы. Все хочешь, сало такое хочешь. Класс. Класс. А сыры какие, боже мой. Какие хочешь. Эти колбасные раньше мне нравились. Янтарный, помните, такой был вкусный, еще в университете учился. Помните? А рыбу всю замороженную убирают на ночь. Молодцы. Всю замороженную рыбу убирают. Это правильно. Как же мне мясо купить? Смотрите, как красиво елки украсили в этом. В Лесельпо. Боже, какая красота. Игрушки. Как я люблю такую, ребята, новогоднюю тематику всю. Вот красиво посмотреть, вот так прийти где-то. Я не знаю, что мне делать. Какую-то елку купить. Что вы посоветуете? Такую взять или можно вкрасить в лесу. Я что-то повесил. Вот мне нравится, знаете, в последнее время вот почему-то вот такие вот елки. Разукрашены ярко, вот знаете, как по моде, по сезону и все. У меня есть там игрушки ватные, мне женщина делала, очень красивые. Вот хочется чего-то такого, вот такой красоты какой-то, европейской почему-то. Мы же в Европе. Видите, с тыквой как красиво. Вообще, конечно, Лесельпо удивительный магазин. Что не скажешь, тут есть все. И черешня, вот это черешня, кстати. Компот с ягод, это черешня. Это лук, наверное, жареный, или что, это артишоки, может быть. Непонятно. Капуста вот такая. Колоровая, граффити называется. Ну, брюссельская. Это очень полезная капуста есть. Особенно вот эту брокколи, цветную. Как тебе не спится? Какая картошка, гляньте, класс. Какая красота. Посмотрите, я такой, кстати, никогда не видел. Что это за картошка? Вот это дорогая. Кстати, мне не советовали брать эту картошку. Вот это батат. Никогда, кстати, его не готовил. Даже не знаю, как его есть, что с ним делать, что это, для кого это.
Но говорят, вкусно, она какая-то сладкая картошка. А тут как будто два сорта. Вот нижний и верхний. Они разные, такое впечатление. Но вот эта картошка, наверное, обалденная. Смотрите, Украина, причем Bluebell. Где у нас в Украине такой картофель? Прикольный. Ничего не скажешь. Что ты пальчиками крутишь? Что ты пальцы веером расставив? Что ты пальцы веером расставив? Боже. Так, что тут есть? Кручу-верчу. Вот эти медведи. Это как это... Единая Россия, помните? У них на гербе вот такой медведь. Я всегда боюсь этого медведя. Это страшно. Сейчас пойдет. Смотрите, разные спагетти. Что значит спагетти? Горбуз спагетти. Там, я знаю, такие есть горбузы, когда тыква, которая... Тыква по-украински. Горбуз. Когда вилкой делаешь и тянется как спагетти вот так вот. Вот это что ли спагетти? Это может быть сорт такой специальный. Но тут яблоки какие хочешь. Красота. Перцы. Смотрите, какие баклажаны. О, уценили по 81 гривны. И помидоры всех сортов, и огурцы, и спаржа, и артишоки, ребята. Есть все изобилие, конечно. Вот это не знаю для чего. Это алоэ, я так понимаю. Сок с него, что ли? Это египетский манго. 53 гривны килограмм. Это же недорого. Папайя. Рамбутан вот этот я. Я не понимаю эти фрукты, оно не мое. То есть вот вся вся фихуя, вся на один вкус. Вот кокос, видите, сделан сразу трубочкой. Крышечка, открываешь трубочку, сунул и пьешь. Почти как в Таиланде. Вот тут я руку Будды купил за 700 гривен. Капец, просто. Дыньки, арбузы, мандарин уже полно. Вот клементины. Мне Леша сегодня угощал в театре мандарином. Я еще так и не покупал себе. Это мне нельзя, наверное. Эти очень красивые упаковки новогодние на подарок. Кстати, панеттоне итальянские. Это тоже, наверное, панеттоне вот здесь. Да. Или панеттон. То есть у нас тоже уже, видите, полно. Вот панеттоне. Вот такое шамбулянте, класс. Вино игристое. 749. А это 12 тысяч стоит большая бутылка. Ух ты, как классно кому-то такое на подарок. Вон это. Питахая какая-то. Ананасы порезаны. Смотрите, какие быков уже привезли на Новый год. Подарочная, наверное, сумка с конфетами. Подарунок новоричный. Бык с квиткою. В зубах цветочек у него типа хозе. И вот очень красивые конфеты наши. Смотрите, Кобзар с изображением Шевченко. Вот и Тарас Бульба. Дубно. Что это, что производство? Украина. А где это Дубно в Украине? Не могу понять. Где-то есть, наверное. Красивые такие конфеты. Тоже панеттоне все завалено. У них красивые такие снеговики. Сорочки надо купить.
снеговика. Что тут есть еще? Кленовый сироп здесь я покупал. Классная штука, очень люблю. Maple сироп. Это мне прислали когда-то зрители, я попробовал первый раз. С Канады присылала зрительница. Мне так полюбил. Ребята, купил продукты на новогоднее блюдо. И буду готовить. Блюдо очень вкусное. Ну, такое, необычное. О, свет уже выключили. А что это так? После 12 что экономить? Наверное, да. Наверное, не положено, ребята, чтобы горело круглосуточно. Это очень дорого для города, правильно? Надо экономить. Надо экономить. Борис Альбертович, все правильно. Я включал бы уже в 10. Нечего. Но город красивый у нас, не знаю. Я все больше и больше влюбляюсь в Днепр. Особенно, когда стал жить в центре, ребята, прям мне очень нравится, ничего не могу сказать. Ой, я сейчас буду проходить мимо заброшенного здания. Хоть бы меня не потянуло, вы шо? Ночью, сейчас же обосрусь и пойду. Вот это здание такое непонятное, знаете, как пряничный домик. Какое-то такое, ну не пойми шо. Ой, вот оно, брошенное здание, это, знаете, оно так, оно 83-го года постройки, кстати, это здание. Это был офисный центр. И оно как-то отклонилось от оси на 1 метр. И в каком-то 2000-м каком-то году всех людей отсюда, все офисы, ну, распределили. Вот, и оно осталось стоять, вот это 7-этажное здание. Бомжи сношаются или что там происходит. Бомжихи. В принципе, хорошо, что есть здание для бомжей, но все-таки страшно, ребята. Оно тянет туда, понимаете, манит. Манит. Там же все что угодно может происходить. Там могут и изнасиловать даже. Это, конечно, не самое худшее, что может случиться, но уже когда вбьют. Кто бы из вас что выбрал, чтобы вас изнасиловали или убили? Ответьте честно. Мужики. Женщины, это понятно, хотят, чтобы их изнасиловали. Это я могу понять. А вот мужик хочет, чтобы его або изнасиловали, або убили. Вот напишите мне, мужики, в комментариях, проявите активность. Покажите. Скажите правду. Вы нехай бы изнасиловали. Я не хочу, чтобы меня убивали. Ни хера нам не надо, я жить хочу. Поэтому все честно. Так, поэтому я текаю на другую сторону. На другую сторону. Подальше. Подальше. Ой, не знаю. Конечно, ребята, центр есть центр. Ничего не скажешь. Это круто. Это, кстати, мой дом уже. Это вот уже идут самые последние подъезды. Кстати, зрительница тут из Москвы, она жила где-то вот в этом, я так понял, в этом крыле вы жили, правильно, если я не ошибаюсь? Она мне в Инстаграме писала. В этом крыле. Какой наш дом. Большой. Профессорский, как Вера Глаголева говорила в фильме. Ой, я не могу говорить «говорила». Вот это, блядь, аж тошнить. Как Вера Глаголева говорила. Говорила. Було. Что було, то загуло. Вера Глаголева. Глаголева. Ну, это прям так. Глаголева. Прям так следить нужно, чтобы сказать букву «Г» прям на русском. Ну, не могу я. Не могу. У меня «Х» получается. Вон там люстра горит, какой-то красиво в окошке. Так, все, я пришел домой. Пожалуйста. Вот я дома, вот вам Лесельпо. Вот вам центр. Все. Никто меня не убил. Я не боюсь. Кто говорит, ходишь огляд. Не в те горло что-то попало.
Ничего в горле не было, что запершило. Я не боюсь, кто говорит, ходишь, оглядываешься. Я не боюсь. Я не люблю, когда смотрят, когда я снимаю, поэтому я оглядываю, чтобы никто не видел. А так я ни хрена себе в своем городе буду что-то бояться. О, сейчас. В своем городе я знаю, что кому ответить. Как на место ставить. Все, ребята, такая красота. Машины стоят. Места много для парковок. Видите? Свободного. Паркуйся. Не хочу. Все. Домой. До дома. Видите? Там зеркало. Мусор еще не вывезли. Не знаю. У нас классный дом. Так, еще надо домофон поставить себе. Ой, ну эти двери просто карикатура. Ну что это? Ну, блин, Таня. Что это? Красила одну и две. Краску же надо было. Або не красить их вообще. Або я не знаю, что. Это неприлично. Нашлась веревочка, зайчик, нашлась. Нашлась, зайчик. Куда ты бежишь? Да ты, а куда ты бежишь? Нашлась веревочка. А он такой довольный и нашел. Пішов этот самый, бачишь, он уже здоровый. Думаю, надо с ним играться. Все, 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 все. Шаба. Хабана. Вот так. Вот так, видите. Оба. Молодец. Хаба. Вот так. Гимнастика. А то такой. Иди сюда. Хаба. Нашел веревочку. Ох ты, довольный. Это я тебе веревочку вынес. Глянь, ты побежит, побежит, дивится. Ой, боже. Дивится, дивится, дивится. Дивится, дивится. Иди, иди. Держи лапой. Иди. Я отхожу, иди, иди, иди. Иди. Абана. Опа. А? Жиртрест. А ну давай заниматься. Сколько можно? Сколько можно жрать? А? Давай худеть, Томас, хвата. Несе, деловий, несе, не пускай. Куди несеш? Будеш її їсти? Да, будеш її їсти, зайчик. Я зараз, ребята, собираюсь в Лістельпо. Ночь на дворі. Скільки? 20 минут, 20 минут 12-го. Цікаві у нас трепня. Вкусно, з оливковим маслом чувствується. Угу. Неплохо. Этот.